Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Мы сейчас с вами в мощнейшей активации. Вашему вниманию солнцестояние и изменения в 5D по временной шкале. Читает Лора. Приветствую вас, дети чистого белого света. Я Алларион из созвездия Плеяд. Приготовьтесь получить энергии солнцестояния, улучшить свое тело света и изучить свои новые возможности и преобразующие откровения. В эти дни энергия на планете очень активна, что, безусловно, влияет на ваши сферы жизни, и по мере приближения солнцестояния мы исследуем множество возможностей, которые существуют для человечества. Я представляю вам увлекательные взгляды на многие изменения будущего человечества – это ваши потенциалы, которые наполняются активными энергиями и раскрываются для вас. Когда вы приближаетесь к важным точкам соединения в меняющейся реальности, потенциалы знают ваш запрос. Ваши галактические братья делятся своим опытом, чтобы принести поддержку вашему переходу. Во время нашего исследования галактической группы Лира отметили, что новые сроки, которые они создают намного ярче, чем когда-либо были в их истории, они одновременно формируют свое прошлое и будущее, выбирая между ранее существующими временами или новыми. Эти резонансы согласуются с историями, которые они ценят в своих сердцах и умах об их коллективном прошлом, как о человеческом достоинстве. Готовы ли вы изучить эти новые возможности? Загляните в свое сердце, и ваши световые коды ДНК откликнутся по мере вашего движения к просветлению, хотя некоторые нуждаются в осязаемых доказательствах для проверки исторических событий. Многие из вас открыты для рассмотрения историй, которые глубоко резонируют с вашим подсознанием. Когда приходит свет, он достает из ваших глубин неосознанного спрятанную от вас запись большей истории. Сегодня многие творческие исследователи представляют альтернативные повествования об истории человечества на Земле. Ученые раскрывают присутствие инопланетян в ваших океанах и обсуждают параллельные вселенные. Каждый день решения и вибрации выравнивают их с новыми историями и сроками, демонстрируя, что для человечества нет ни одного неизбежного будущего. Представьте себе будущее как шедевр, который они активно создают. Они – создатели, они – художники. И в этом четвертом измерении они имеют больше свободы, чем когда-либо, так как переход в пятое измерение совершается ими спонтанно, а затем они возвращаются для реализации, то получается, что они живут одновременно в многомерности. Они мечтают о большем и выравнивают свою вибрацию в будущее, которое они хотят. Пока спит сознание многих людей, вы проходите разные временные рамки, чтобы определить, какие энергии помогут вам лучше. Вы получаете световые пакеты, как инсайты, где обнаружите новые ответы. Помните, вы не одиноки в этой поездке. Коллективное сознание человечества переплетается с энергиями других существ и галактических цивилизаций, предлагая вам свою мудрость и руководство, чтобы помочь в переходе к более высоким состояниям бытия. Кроме того, новые технологии и научные открытия, такие как возобновляемые энергии и искусственный интеллект, играют решающую роль в формировании этих новых сроков. Ваше сообщество обновляет человеческие связи, которые важны для создания процветающего будущего.
сотрудничество и взаимная поддержка позволяют преодолевать проблемы и эффективно воспользоваться возможностями. Создание сочувствия и сострадания укрепляет эти связи и создает устойчивую социальную ткань. Духовность и связь с вашим личным высшим «Я» также становятся все более актуальными. Такие практики, как медитация, помогают в настройке с более высокой энергией и поддерживают внутренний баланс, способствуя выравниванию с наиболее полезными сроками. Наконец, связь с природой и природной средой является фундаментальной в этой поездке. Часть и уважение окружающей среды создают синергию, которая приносит пользу как Земле, так и ее жителям, способствуя проявлению более гармоничных и устойчивых реалий. Помните, вы являетесь создателями своей поездки через четвертое измерение, сознательно выбирая реальность, в которой вы хотите жить. Спасибо, что сопровождали нас сегодня. Мы любим вас всех. Обнимая это послание, идите с любовью и служите Создателю всем сердцем. Я, Лира Илларион из созвездия Плеяд, я надеюсь скоро быть с вами в контакте. Маленькое дополнение, дорогие друзья, много раз говорю о маленькой книжечке «Амора Гуань Инь. Наследие Плеяд». Она есть в электронном виде. Кто еще ее не прочитал, пожалуйста, прочитайте, работайте с ней. Очень помогает. 2024 год – год уникальный, когда вы выходите в многомерную жизнь. Вы выходите в квантовую восприимчивость. Вы становитесь другим человеком. И вот эта книжечка очень помогает. Советую еще одну книжечку, побольше. Это «Трактат о космическом огне» Алиса А. Бейли. Эта книга как базовая, где вы видите и понимаете, как устроены миры, как взаимодействовать с самим собой, какие планы, огненный ментальный план. Вы все это в этой книге прочитаете. Даже, можно сказать, изучите, потому что будете возвращаться к схемам, будете рассматривать, будете изучать, и это на сегодняшний день очень своевременно. Мы меняемся очень быстро, и те знания, которые мы знали еще вчера, сегодня они кажутся устаревшими.